Стальной хват России. Привет большой, подписчики на канале YouTube. Привет большой. Илья Олегович, тебе отдельный привет. Спасибо, что поддержал нашу забаву по испытанию твистеров. Саша приехал, 120-й. Всем привет. Со стаканами. Будем скрывать аккуратненько и пробовать. И посмотрим. Тоже будем пробовать так же, как и 110-й некоторое время назад. Мы пробовали, начиная с зеленой петли и вниз. Зеленая и вниз. Так вот, на оранжевой Саша остановился и сказал, сил больше нет, Иваныч, и бахнул без всего. Мы этот твистер отослали в Белгород, белгородскому маньяку по имени Ярослав. Он закрыл два раза кисти полностью и отправил нам назад. Он уехал отдыхать, но отправил нам назад. Открывай, на коробочку кладем, я тебя буду снимать. Аккуратненько. Вот. Все мы открываем. Просто мы такой еще твистер не пробовали. То есть у нас 120 был, но с тряпичными ручками, поролоновыми. Более большим диаметром. А это с резиновыми ручками. С резиновыми ручками. Ну, как мы знаем уже, что это все в сумочке. Сумочку достаем. Из сумочки достаем. Аккуратненько. Да, пакет открываем аккуратно. Я вот обратно ставлю, потому что мы здесь справимся. Вот все. Не рвется, ничего не рвется, все цельнее. Вот такой мутант. Показываем на видео, что это. Вот, видите, 120 написано. Золотые ручки, ну, золотые стаканы. Ручки резиновые. Как бы соответствует образу и подобию сотки красный, 110-го красного. Как клей есть. Смотрим клей. Ну, так не видно. Ну, вроде бы нет. Но эта краска, кстати, единственная не пахнущая. Вот и понюхай. Она не пахнет. А вот все остальные краски пахнут. Бетон. Ребят, ну что, сзади у нас петли. Будем пробовать с петлями. Все, мы как бы показали вам. Ничего тут менять не собираемся. Может быть, все-таки давай синий начнем. Ну тут с чего-то надо начинать, потому что 110-й вот этот полегче вот этот сейчас будет. Ну, ребят, у нас еще есть 110-й, присланный Павлу Николаевичу Снежникамска. Мне кажется, он полегче. Он дубовый, ребята, он дубовый на самом деле. 110-й. А вы слышите, что говорит Саша, что это 120-й еще жестче. Я не знаю, еще жестче. Ребят, мы сейчас возьмем 64 миллиметра петлю. Мы не будем тут заниматься цирком, если это на самом деле ужасно все. Мы, конечно, 120-й поблагодарим Илью Олеговича, отправим назад. Это вот это 64? Да, показываю петлю на камеру. Это хват, вот на ней параметры есть, 23,68. Она у нас 64 миллиметра, 4 миллиметра толщиной. Вообще тащить с такой резинкой можно монстровские твистеры, но это не монстр, это гипермонтровские твистеры. Давайте посмотрим. Интересно посмотреть. Я поворачиваю, чтобы видно было. Сам Саша себя видел, как он. Кисти полностью видел? Не-не-не, за сосом кисти полностью. Это что ты? С отступом. Вот это первое закрытие с упаковки. Да ладно, нахрен. Ты чё? Да чё? Нет. Видео закончено. А если, покажи. Покажи камеру. Ребята, 120-й. Нет, ну надо, чтобы это была финишная точка. Попробуй дернуться. Нет, а положи еще одну. Положи еще одну петлю сверху. Нет, давай с этой, только вот так я встану. То есть растянешь? Да. Ребят, ну растяги двумя ногами, это получается, наверное, ну где-то 50 килограмм, наверное, помощь. Да ладно, ты что? Ну, ты скажи людям. А, я не знаю, есть люди, которые смогут с ним что-то сделать? Что мне сказать? То есть, это вообще ничего? Это не люди. Должны. Хорошо. Ребят, не прерываем съемку. Кладем 120-й и берем 110-й, который прислал нам сегодня. Я фильм снял коротенький. Хотел в этот главное, фильм... Главное, чтобы ручки не соскочил. Да, я хотел в этот фильм вписать отдельно Сашу. Но он лучше с 120-м. Вот смотрите, это 110-й 9,75 пружины.
Ребят, я на этом закончу, потому что что-то у меня ноги стали дрожать, а это говорит о слабости вообще всей нервной системы. Ну что по 120-му, Саш? Да в рекомендации никаких нету. Его невозможно еще с ним, мне. То есть никому ты не рекомендуешь, потому что, ну, понятно, если ты... С ним делать нечего вообще, просто. Вы слышали, ребят, просто объективно, это 120-й не надо покупать, это как на стене будет висеть, как рога прибитые. Это даже не рога, это... Да, потому что вот тот 110-й, что он закрыл, я сегодня с этой петлей так же, как Саша со 120-м поступил. То есть не может. Но он поднял 120-й выше, я 110-й поднял на 10 сантиметров. Поэтому еще раз, Илья Олегович, тебе спасибо, Раменскому привет. Все, счастливо.